сегодняшний день, да, пока покупаем в Полтавской области, все благодаря бизнесу, социально ответственному. Представители бизнеса откликаются, в принципе, не было никаких отказов. Продолжение. Все то, что проработано на базе волонтерской группы, все те счета, которые мы предоставляем на оплату, в принципе, оплачиваются. Данное оборудование было куплено через благотворительный фонд, благодаря двум компаниям, «Люкс Полтава 2009», вот, Лупаненко собственник, также вторая компания «Тутов», компания «Триоль», сеть «Аптек Триоль». Благодаря двум социально ответственным бизнесменам мы имеем такое оборудование в нашем городе, потому что до этого мы не могли проводить тесты на выявление коронавируса непосредственно в ЦР, в лаборатории. Я думаю, что это хороший шаг вперед в уменьшении последствий коронавируса и уменьшении распространения вообще этого вируса в нашем регионе.